38-летняя Маша Малиновская решилась на откровенность. Звезда рассказала, что у нее были однополые отношения. Ведущая телеканала Муз-ТВ в последнее время часто обсуждает с поклонниками свою личную жизнь. Недавно блондинка призналась, что ни с кем не встречается и ее сердце свободно. А сегодня Малиновская ошарашила фанатов заявлением о том, что она бисексуальна. По словам блондинки, человек должен уметь любить и мужчину, и женщину. Гомосексуальность по своей природе также ограничена, как и гетеросексуальность. Идеальный человек должен обладать способностью любить как женщину, так и мужчину, человека вообще, не сковывая себя ни страхом, ни обязательствами, процитировала Малиновская и добавила: «У меня был гомосексуальный опыт, и я этого не скрываю», высказалась телеведущая в Инстаграм. Некоторые подписчики предположили, что на откровенность Машу побудил новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак». Ксения взяла интервью у 6 представителей нетрадиционной ориентации, которые смогли добиться успеха в России. Представители секс-меньшинств рассказали Собчак, как им живется с этой ориентацией в нашей стране, а также сделали ей замечания. Гостей шоу задело, когда Ксения произнесла слово «гомосексуализм». Представители нетрадиционной ориентации подчеркнули, что правильно говорить «гомосексуальность». Недавно Маша Малиновская продемонстрировала результат похудения. Блондинка показала стройные ноги в толстовке без юбки. Ранее звезда выступила против увеличения губ.